Турция и партнеры по коалиции против исламистов из группировки «Исламское государство», в частности, США, Великобритания, Франция, Германия и союзники из арабских стран, призывают Россию прекратить бомбардировки сирийской оппозиции. Страны-партнеры отметили, авиаудары Москвы в Сирии приведут к дальнейшей эскалации конфликта. По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки российские самолеты осуществили 18 вылетов по 12 объектам Исламского государства на территории Сирии. А по данным немецких СМИ, в результате интенсивных ударов России по мирным кварталам провинции Хомс погибли более 60 гражданских, среди которых женщины и дети. Россия эту информацию опровергает.